Сегодня мы на детской площадке около моря. Сегодня нам обещают день динозавров. Боречка у нас уже проснулся, а Виктория еще спит. Я надеюсь, она встанет раньше, чем динозавры, да? Вот таких миленьких динозавриков нам обещают. Пойдем Викторию будить, мой дорогой, да? Поехали. Молодец, молодец, теперь спит на динозавров. Кого ты там увидела? Динозавра? Это кошка, она спит, да. Это пока динозавр. Ну, пойдемте. Search for ping pong on YouTube. Ornithomimus, mimus. I'm not a bird. Ornithomimus. He likes to run, 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 run in the jump. He likes to run, run, run. Первое задание. Найти яйцо динозавра. Виктория ищет, ищет, все детки ищут яйцо динозавра. Раскопки ищут кости динозавров. Вот уже мальчишки находят. Виктория нашла кости динозавров. Ура, Виктория, браво! Скорее коробочку. Давай, не нашли. Давай, зайка, клади. Клади, зайка, клади. Клади, зайка. Молодец, сумочка, ищи еще. Вот сколько, пойдем еще найдем. Давайте еще, еще, еще. Ну а теперь мы идем за динозавром, да, зайка? Виктория, теперь динозавра идем искать. Вот такого большого. Похоже, вон там стоит динозавр. Вот это да. Виктория! Нашли. Отходим назад, делаем большой-большой круг. Еще отходим. И еще. По-моему, пошел паровозик. Динозавры и детка. Вот это паровоз из динозавра. Хороший паровозик. Вот это динозавр щедрый. Эти конфетки полетели. Откуда у тебя столько конфет?
конфеток. Кто тебе дал? Динозавр? Молодец. Пойдем поделимся с Боречкой. Пойдем. Боречка, ты пока был на пляже, Виктория заработала конфетки от динозавра тебе. Спасибо.